Путин перебрался из бункера в бронепоезд. Железный занавес, санкции, угрозы ядерным оружием и вера в собственную исключительность. Косплей на Северную Корею идет по плану, но бункерному мало. И он решил пойти еще дальше. По информации расследователей Центра Досье, с осени 2021 года Путин все чаще передвигается бронепоездом. Предпочтение поезду бункерный отдал из соображений безопасности. Помимо поезда, в распоряжении Путина свой собственный, окруженный высоким забором с колючей проволокой, спецвокзал, фотографии ремонта которого незадолго до начала войны опубликовал выполнявший там ремонт подрядчик. По данным все тех же расследователей, для Солнцеликова провели целую сеть личных железных дорог к трем его резиденциям – в Новоогарево, в Сочи и на Валдае. А помните, чьей еще фишкой было передвижение на бронепоезде? Правильно, северокорейской династии диктаторов Ким. Владимир Владимирович, поздно пить боржоми, если почки отказали. Перефразирую Бориса Гребенщикова. Этот поезд в огне, и вам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и вам некуда больше бежать.